Сегодня по всей стране отмечается профессиональный праздник – День патрульно-постовой службы полиции России. Ей исполняется 94 года. В честь этого начальник краевой полиции вручил командиру ППС Красноярска сертификаты на 18 новых современных автомобилей. Александр Речицкий лично осмотрел машины, проверил салоны, а также заглянул под капот. Известно, что новенькие авто сделаны на базе УАЗ-Патриот. На них будут ездить экипажи патрульно-постовой службы по всему городу. Уже в ближайшее время на них полицейские заступят на дежурство и буду следить за порядком в городе. Это самая современная модель. Таких моделей даже во всей России сейчас очень-очень мало. Комфортные условия созданы для личного состава, который работает в составе экипажа. Комфортные условия созданы для, скажем так, лиц, которых мы будем доставлять или препровождать в органы внутренних дел. Созданы все условия для их безопасности. Созданы условия для того, чтобы они от нас никаким образом не смогли ускользнуть. Поэтому очень безопасная современная машина.